сделайте нейтральное лицо. Вообще, вы знаете, вот так, да, 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 знаете, вот, называется, да. Не обезображенный интеллект. А по барабану. Да, 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 да. Теперь закройте глазки. Закройте все глазки. Закройте, закройте. И вспомните человека, который вам очень-очень нравится, которого вы любите. Это человек, который солнышко вам дает тепло и радость. Олег Попов. Вспомните, и вот просто сейчас пообщайтесь во внутреннем мире с ним. Я не знаю, он вам дает какую-то радость, он сейчас просто вам рассказывает. Это человек, который сейчас вот на веселе, вот на каком-то, вот, ну, на самом верху позитива. Очень хорошо. А теперь вспомните еще какой-то праздник, когда или вы вместе с ним были, или просто вам было очень весело и хорошо. Улыбаться можно? А теперь прочувствуйте, как у вас эмоции полезли вверх. Все можете открывать глаза. Вы чувствовали на лице хотя бы или внутри, как у вас начинало все подниматься вверх? Начиная от мышц, заканчивая внутренним состоянием. Был вот этот вот, да, подъем? А все зависит от чего? От того, о чем вы думаете. Понимаете, если вы будете в этот момент думать о негативе, как там плохо и как чего, то, соответственно, у вас тут же подключка и будет у вас подключка к этому энергетическому каналу. То есть нам нужно научиться каждый день, то есть отдельно. Знаете, как хороший спортсмен, он тренируется заранее, он не сразу идет на выступление. Да, где вот куда-нибудь там на стадион, где уже идут выступления, и нужно что-то выиграть. Что будет с этим спортсменом? Пойдет все мышцы. Вот. Поэтому, когда ты идешь к своим собратьям в том негативе, по сути своей ты идешь на вот такое выступление. Надо подготовиться. Конечно. Поэтому каждый день вы делаете несколько упражнений хороших. То есть вы просто сами себя реально вытаскиваете на позитив периодически. Это должно быть уже выработана привычка, это новая нейронная связь, которой, например, у некоторых нету. Что они делают? Утром проснулись, натянули вот так улыбочку. Потому что через полторы минуты у тебя будет поступать серотонин в кровь. То есть это уже доказано. Гормон. Да, гормон. Просто сделала так. Если ты еще внутри. Я не могу. Да, легко. Если вы еще сделаете такую следующую вещь. Пожалуйста, улыбнитесь и найдите вот здесь, вот где челюсти сходятся. Два. Замки. Замки. Да. Да? Вот эти точечки. Здесь сделали и поставили точку, чтобы прям было чувствовалось. Вот так. Минуту держите. Это очень выход из депрессии. Кстати, все будут сразу смеяться у тебя. Где провалили? Да, 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 да. Да, да, да. Вот эти замочки. Ребят, где на щеке, а у Кирилла по духам где-то вот. Это вообще выход из депрессии на самом деле. То есть если вот у человека есть депрессия, там есть несколько точек. Показываешь. Да, да, да. То есть сделали. Можно просто. Это для ленивых. Так открыли, еще не открыли глазки и улыбались. Мир, здравствуй. Тебя люблю. Наставники мои, привет. Как я вас люблю. Господи. Какие же вы классные. Слушай, я проснулся вообще, да? Так, ну это, мне кажется, более как-то там. А если ехать в метро и так говорить? Это наоборот, дефективность. Да, значит, вы начинаете. Здравствуй, родной. Здравствуй, там, да, вот там я, Полина, там, или там я, Саша. Здравствуй, Сашенька. Кто говорит? Да, здрасте. Сам себе. А, сам себе. Конечно, своей личности. Здравствуй, своя душа. Это всегда утром иногда. Здравствуйте, наставники. Здравствуйте, люди. Всех вас люблю. Какие вы классные, какие учителя. То есть выбросите хотя бы 6-7 фраз, очень позитивных, хороших. Сделайте вокруг себе биополе позитивное. Вы себе уже подняли сами настроение, и у вас началось вот это вот, как сказать, заряд. После того, как вы это сделали, Вселенная тут же оценит ваше вот это намерение. Ага, смотри-ка, во-первых, вы подсоединились, вот эта вот точечка, ваш, знаете, канал, он сразу засветился, соединился с высшим каналом.